Всем привет! Продолжаем рубрику по сборке УАЗа в 8 масштабе от компании Диагостини. И сегодня у нас очередная посылка с максимальным количеством номеров, но не с максимальным размером. Предыдущая коробка была, конечно, больше, потому что элементы рамы были длинные. Вот. А здесь, я так понимаю, недостающие части для нашей рамы. Вот. Давайте же их соберем. 17, 18, 19, 20. Купончики, если кому надо, смотрите. Приступим. Если у кого-то пришло что-то бракованное или чего-то не хватает, пишите в службу поддержки, и они вам вышлют замену ваших бракованных деталей. Вот. Если вы их сами сломали, можно попробовать, но я думаю, что вряд ли что-то получится. Соединяем две половинки винтиком АМ. И второй шаг. Прикручиваем данную распорку. Прикручиваем данную распорку снизу. Ошибиться не получится, так как здесь специальные выступы и ничего никуда не денется. Перешел собирать УАЗика в мастерскую с работы. Потихонечку оборудую рабочее место. Я думаю, здесь будет удобней. Единственное, надо будет поработать с камерой, куда лучше ее поставить. Так, далее берем следующую перекладину и прикручиваем ее вот сюда. Прикрутили. Четвертый шаг. Берем перекладину и прикручиваем ее вперед. Мешает раньше времени мой установленный ракурс камеры. Обязательно меняю, потому что я понимаю, что сам загораживаю обзор, но на данном этапе отсюда лучше всего. Так, прикрутили. Плохо прикрутили. Так, смотрим. Следующий берем. Берем тройник и одеваем на него трубочку. Длинная. Крепишь вверх, длинная сюда, коротенькая сюда. А, нет, первый вариант, наверное, получается. Смотрите, они вроде как бы и разные. Трубочки есть 195 миллиметров. Для этого нам поможет коврик. Вот, это вот этот длинный. А с другой стороны, они, в принципе, одинаковые. 120 миллиметров. Значит, мы не берем только масюсенькие проводочки. Одеваем. Вот так это получается. Так, и один маленький одеваем вниз. Свет я сделал, чтобы хорошо на свет светил, но его маловато. Надо будет свет доработать, сделать, чтобы еще сверху светило. Так, ладно. Одели. Далее. Длинный тросик идет у нас
поверху и втыкается. Чуть плохо, ничем не фиксируется только он. В задний. Давайте вот так покажу. Вот так идет и втыкается в задний тройничок. Так, далее. Далее соединяем вот эту жесткую трубочку с мягкой трубочкой. Просто вставляем. И жестким краем, жесткий край втыкаем вот в этот фильтр, который у меня отломился. Смотреть, он будет вверх, и втыкаем его вот сюда. Так, а здесь у меня отломились ножки. Обе. Все, теперь они отвалились обе. Соответственно, либо разбирать раму, прикрутить, либо приклеить. Берем еще вот такую маленькую перемычечку. Она будет держать как раз таки наш трубопровод. Так, переворачиваем. И дальше мы соединяем двигатель, который у нас уже стоит. Единственное, что смотрим. Болтики нужны HM. А мы закрутили, я не помню какие. По поводу какие мосты ставить на данную модель. Многие с Алиэкспресса заказывают кит-набор от крузака, от 80-ки, LC80. Вот, но не бюджетненько, я вам так скажу, не бюджетненько. Порядка 26 тысяч со скидками, с разными, ну 25 может быть. Вот, это очень небюджетно, но, конечно, да, вы там получаете полностью нижнюю часть. Вы получаете коробку. Вот. И она, кстати, переворачивается, ее очень удобно под УАЗик подделать. Но я пока не знаю, что и как будет. Пока собираю, а дальше будет видно. Как говорится, можно и раму будет попробовать всю металлическую сделать. Вот. Переделать немножечко, посмотреть. А этот двигатель поставить как? Поставить двигатель на поддончик и пускай типа стоит как запасной. Так, ну и давайте прикрутим. Что они нам тут еще предлагают? Прикрутить бампер. Купив 17 номеров, вы соберете ваш УАЗик вот до такого вида. Рама собрана, двигатель установлен, кое-какие шланги еще не стоят. Вот. Дальше, я так понимаю, начинается подвеска. Это у нас уже рессоры, сами мосты. Вот. Так что продолжаем собирать дальше.